с 22 апреля по 28 сентября. Туристско-информационный центр Республики Мордовия, Мордовский краеведческий музей и Мемориальный музей города Саранска предлагают вниманию виртуальных гостей сразу несколько интересных онлайн-событий. Одно из них – это выставка «Барышня-крестьянка». Она знакомит с женской городской одеждой и крестьянскими костюмными комплексами конца XIX – начала XX веков. В первой части выставки представлена городская женская одежда, обувь и аксессуары, а также детали интерьера конца XIX – начала XX веков. Второй раздел выставки посвящен крестьянскому костюму. Здесь виртуальные туристы увидят крестьянский быт, костюмные комплексы и утварь, образцы домотканных полотен и приспособления для рукоделия. Познакомиться с выставкой можно на странице Мордовского краеведческого музея в социальной сети ВКонтакте vk.com/mrokm.